есть расположение о проведении конкурса на замещение вакантных должностей директора лицея. У нас есть региональное распоряжение, региональное вот это положение о замещении. Я вот когда прочитал тогда, удивительно, ни одного слова нет о присутствии в этих комиссиях местных органов власти. И просто назначают заведующие, назначают директора школы, не лицея. Лицея в республике было, а школ. И представители местных органов власти отсутствуют на любом уровне. Вы знаете, если примарно населенный пункт, то он должен участвовать и должен, наверное, знать его мнение, народного совета. Вы знаете, наши коллеги были, несколько коллег были в Прибалтике, Валера здесь нет, Валера был у нас в Беларуси, я был в другом месте, немножко мы изучали этот опыт. Вы знаете, во многих странах мира даже комиссия по образованию, по социальным вопросам местного совета однозначно имеет свое решение по той или иной кандидатуре руководителя бюджетной организации. И обратите внимание, лицеям, мы не имеем юридически сейчас норму такую. Я в селе Бежгёста, наверное, разобрался немножко с этим моментом. Административный совет создал, делегировал и депутата, и себя, и директора, и распределение бюджета, и рассмотрение бюджета по кварталу директора отчитывается перед мэром. Но обратите внимание на распределение финансовых средств лицея. Местные органы власти, даже примар, иногда не имеют возможности где-то пригласить. Директор иногда воспринимает это как наезд, извините, это самое. Хотя это государственные деньги, и здесь нужно тоже законодательно начертить. Я думаю, что здесь в законе образования ГБУ здесь можно было бы сделать. Что касается лицеев, я соглашусь с вами полностью в том, что действительно примары должны принимать участие. Да, им бюджет принята новая система, они сами распределяются, разбираются со своим бюджетом. Но так складывается, что менеджеры сегодня лицеев, они опять же приходят к примару, просят совета, просят каких-то бесплатных услуг. Когда речь идет о том, что распределяют бюджет, они сами разбираются. А когда возникают какие-то проблемы, они приходят, соответственно, к вам. Нам нужно, мы подумаем вместе, как правильно к этому подойти, чтобы сделать все так, чтобы интересы села были соблюдены в первую очередь. Для нас это важно. Мы сейчас готовимся к проведению конкурса, потому что во многих учебных заведениях, исполняющие обязанности директоров школ, гимназий, детских садов, значит, сразу хочу вас заверить в том, что я буду общаться с вами со всеми по этому вопросу. Есть положение, нет положения. И буду с вами советоваться, и будем вас привлекать к этому всему, потому что это на вашей территории находится. И нам нужно будет подобрать хороших, качественных руководителей, которые будут работать во благо этого учреждения. Есть проблемы, знаем их очень хорошо. Без вашего совета, соответственно, мы никаких решений принимать не будем. Ну, вы, наверное, обратили внимание, что я всегда звоню и спрашиваю, ребят, как вы думаете, как вы смотрите, какие вы имеете предложения, видение. То есть открытость со стороны исполнительного комитета есть и будет.